Всех приветствую, кто попал на мой канал. В связи с карантином я решил собирать медь. И я вам покажу, что вчера я насобирал это все в этих двух пакетах. И мы будем разбирать вместе с вами. И посмотрим, сколько у нас получится из всего этого собрать меди. У нас сегодня 11 апреля 2020 года. Так что так, посмотрим, что я вчера насобирал. Сейчас вам все расскажу. Два диска от компьютера. DVD. Сенчер. Блок от компьютера. Блендер. Кухонный. Пылесос. Это что у нас там было? Это у нас газонокосилка электрическая. Кофемашина. Микроволновая печь. Вот это от микроволновой печи. Это тоже. Это тоже. И двигатель от холодильника. Это все дотлупно. Я просто все пообрезал. Так что сейчас будем с вами это все разбирать. Смотрим и посмотрим, что у нас получится собрать меди из всего этого. И в конце видео я вам скажу, сколько у меня получилось. Либо килограмм. Смотрим.
небе, только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах, и еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине. Нашего разбора моторов у нас получилось собрать 2,5 килограмма меди, килограмм провода, 0,5 килограмма алюминия, 15 килограмм черного металла. Подписываемся на канал, это важно для развития моего канала. Я буду рад и благодарен каждому вашему просмотру. Продолжение следует. My mind, that she's always in your mind, while I keep you there in